Один из самых ярких, красочных праздников – фестиваль «Холли» прошел в городском округе Люберцы. Центральная площадка Наташинского парка запестрила всеми цветами радуги. С организаторами и участниками мероприятия пообщались мои коллеги. Каждые 30 минут очередной залп красочного фейерверка. В перерывах между ними конкурсы, викторины, выступления артистов. Фестиваль «Холли» – один из полюбившихся среди молодежи праздников, который помогает закрасить жизнь яркими красками. Это индийский праздник, индийские традиции, но они настолько прижились здесь у нас в России. И не только в России, уже более 1000 лет во всех странах мира этот праздник отмечают. Ну вот поэтому у нас в Люберцах уже не первый раз проходит этот замечательный праздник. Праздник посвящен встрече лета, символизирует. Символизирует он природу, счастье, радость. Считается, что чем больше на человеке разноцветной пыли, тем больше у него будет счастья. Поэтому все гости фестиваля щедро осыпали краской всех вокруг, даже незнакомых людей. Я не понимаю только одного, а почему оператор до сих пор чистый? Отлично, вот мой первый раз сегодня на таком празднике, нам очень нравится. Дети бегают довольные, все грязные, но довольные. Всех с каникулами, удачи отдохнуть и удачного лета. Очень нравится праздник. Позитивное настроение. Всем спасибо. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.